Пацан, как же хороша Рома. Потерять Паредеса и Салаха и выйти в полуфинал. Блин, это же вообще... Согласен, Саня, результат очень неожиданный. Но, тем не менее, я все-таки вряд ли думаю, что они пройдут дальше. Ну, Ливерпуль реально сильнее. Ну, ты же не хочешь сейчас в 5 причин доказывать, что Рома победит, правильно? Ну, слушай, я буду этому очень рад, честно. Но, думаю, вряд ли все-таки Ливерпуль очень хорош. Вот и я так же думаю. Тем более, посмотри на котировки марафона. У Ромы на победу в турнире в 3 раза меньше шансов, чем у любой другой команды. Ссылка на линию марафон Бет с итогами Лиги Чемпионов внизу в описании. Зато во второй паре еще какая интрига. Реал, Бавария. Наконец-то Мюнхен встретится с сильным соперником. И все увидят их реальную мощь. Саш, слушай, я давно говорил, что Бавария темная лошадка этого турнира. Которая, кстати, сейчас без проблем обыграет Реал, а потом и Ливерпуль, ну или Рому в финале. Ага, Васант, ты прошлый год вспомни, как они Реал обыграли, напомни-ка. Слушай, если бы не судья... Бла-бла-бла. Вот посмотришь. Победит, конечно, Бавария. И главная причина тому – это Юб Хайнкес, который, если кто забыл, уже обыгрывал Реал в полуфинале 2012 года. При Юпе Бавария превратилась в очень прагматичную команду. Посмотрите на игры в 1-8 и в 1-4. Мюнхен расходует ровно столько сил, сколько нужно. Хайнкес вам не Гвардиола. Он не будет всегда стремиться играть в атакующий футбол и следовать только одной модели. Он знает, когда нужно действовать на результат. Кроме того, у Юпа есть опыт побед в Лиге Чемпионов и с Баварией, и, кстати, с Реалом. Первая причина – опыт и магия. Реал выиграл 2 последние Лиги Чемпионов точно таким же составом и с тем же тренером. Эти парни лучше всех в мире знают, как нужно побеждать в главном футбольном турнире. Иногда это необъяснимо, но Волче все сходится в их пользу. Криштиану забивают свои лучшие голы. Если проигрывают, вытаскивает Рамос на 93-й. Иногда судьи ошибаются в их пользу. Или лидеры соперников, вроде Неймара, получают травмы. Реалу в лиге всегда прет. Они здесь показывают свой лучший футбол. Эта команда создана для Лиги Чемпионов. Вторая причина – это просто сила Баварии. У мюнхенцев есть контраргументы на все сильные стороны Реала. Атакующая линия немцев схожа по мощи с мадридцами. На острие – лучший центрфорвард мира. В отличной форме Робин и Рибери, хорош Мюллер. В центре поля внимательные и разносторонние Тиаго, Толисо, Хави Мартинес. У Реала сильные фланги, но и у Баварии там тоже одни из лучших в мире – Кимих и Алаба. Реал много забивает после навесов, но в центре обороны у Мюнхена играют Боатенг, Хумельс и Зюлли. Все выше 190 сантиметров. Иди попробуй у них выиграть второй этаж. Вторая причина – Роналдо. Лучший игрок и бомбардир в истории турнира, который сейчас в какой-то нереальной форме, забивает в 11 матчах лиги подряд. А еще Криштиану просто невероятно уверен в себе. И эта его уверенность передается команде. В матчах же с Баварией у Криро будет дополнительная мотивация. Он уже почувствовал запах крови и хочет забить в каждом матче розыгрыша, в том числе в финале. А еще Роналду понимает, если он выиграет Лигу Чемпионов, автоматически становится фаворитом в борьбе за 6-й золотой мяч. Обогнать Месси в мировой истории. Что может быть приятнее? Третья причина – это оборона Реала. Самая слабая линия команды, из-за ошибок которой Мадрид уже потерял кучу очков. Вспомните даже матчи клубного чемпионата мира. Они чуть не упустили трофей, когда оборона в очередной раз провалилась, и игроки из ОАЭ вышли 2-0. У Реала фактически есть 4 сильных защитника – Рамос, Варан, Карвахаль и Марсело. Но и они периодически теряют позицию. А уж когда один из них выпадает или травмируется, начинается вообще полный ад. Но все же видели ответку с Ювентусом. У Баварии же одна из самых сильных атакующих линий в мире. Так что, ребята, ждите голов. Третья причина – цинизм. Реал – самая циничная команда мира, и это отличное качество. Этим парням вообще все равно, кто действует против них. Они просто выходят и как бульдозер сносят все, что встречает на своем пути. Красивая игра, владение мячом, последний матч Буффона – пофиг. Ни тоски, ни любви, ни жалости. Полная уверенность в своих силах. Причем все равно, при своих зрителях или при чужих, они в гостях без проблем обыграли ПСЖ и Ювентус. У этих парней на поле просто нет чувств и нервов. Четвертая причина – отличный микроклимат внутри команды. После прихода Хайнкеса в команде все просто идеально. Наставник сразу же вернул уволенного Гвардиолы врача, которого все игроки просто обожают. И вау, травм стало меньше. Кроме того, клуб уже стал чемпионом Германии. А значит, можно сосредоточиться на Лиге Чемпионов. Да и вообще, вспомните прошлый год. Реал прошел мюнхенцев только за счет непонятного судейства и 2 удалений. В этом же году Бавария все так же сильна, а Реал, наоборот, играет уже послабее. Пора вернуть должок. Четвертый фактор – прессинг и давление. Ни одна команда в мире не умеет так же давить на соперника, как Реал. Мадридцы всегда прессингуют, даже если проигрывают.
Это вам не Ман-Сити в первой игре с Ливерпулем. Испугался и забился у своих ворот. Реалу все равно. Идет у них игра, не идет. Они всегда прут вперед. В этом и крутость нынешнего Реала. Бавария не выдержит. А еще добавьте самый сильный состав в мире, в который даже не проходил Хамис. А теперь в Баварии он лучший по оценкам игрок сезона. Поняли уровень, да? Ну и пятая причина. Роналду зависимость. Реал в этом году показывает средненький футбол. И очень многое зависит от Криштиану. Если у него не идет игра, Реал проигрывает. Даже Испаньолу, Лиганесу и, простите, Жироне. Да, сейчас Криро в отличной форме. Но Макс Аллегри показал нам всем, как легко можно сделать португальца незаметным на поле. Просто ставишь против него жесткого и цепкого защитника, типа Лихштайнера. Несколько фолов, и Криштиану выведен из себя. Весь матч его почти не было видно. Юб тоже знает несколько секретов. И пятое. Реал готов к сильным соперникам. Ведь в отличие от Баварии, в этом году Мадриду очень не везет с жеребьевкой. В группе Тоттенхэм и Боруссия, в плей-офф ПСЖ, Ювентус, а теперь и Бавария. У немцев же почти не было сильных оппонентов в этом году. В группе они проиграли первое место ПСЖ, а тот шестой матч ничего не значил, это ладно. А еще с ними были Селтик и Андерлехт, потом в плей-офф Бешикташ и Севилья. Чемпионат Германии в этом году вообще ужасно слаб. И фактически мы просто не видели, на что способна Бавария с действительно сильными соперниками. Она к ним не готова. Короче, Васан, лично для меня очевидно, состав у Реала заметно сильнее, поэтому я даже причиной это называть не стал. И так всем все ясно и понятно. Ну. Саш, но при этом Бавария обыграет Реал. Причем довольно уверенно. Но только если, конечно, опять судья не вмешается. Ссылка на линию Марафон Бет с полуфинальными матчами Лиги Чемпионов внизу в описании. Как и на линию с итогами турнира. Васан, давай так, если Реал не пройдет в следующую стадию, после финалов записываем 5 причин, и я тогда говорю, если Реал не пройдет, что в 5 выпусках подряд говорю, что Васант в 100 раз круче меня разбирается в футболе. Окей, давай. Хорошо. А если Бавария не пройдет, то ты наконец сбриваешь свои вот эти вот локоны, волосы, о которых все мечтают в комментариях, чтобы ты их сбрил. Так что все будут сейчас болеть просто за Реал. Согласен? Согласен. Отличное голосование, ребята, вы поняли, да, за кого надо болеть в голосовании? Слушай, Сань, я уверен в своей победе, как и уверен в вашем голосовании. Вот тут, сбоку, буковка И, выбирайте, на чьей вы стороне. Короче, с вами были Васант Балан, скоро он будет лысым. И Саша Волосатый Журавлев. Пока. Пока.